Известные фотографы из разных стран посетят в текущем году город Шуша, чтобы показать красоту этих мест в различные времена года. Пресс-конференция, посвященная новому международному конкурсу фотографов «Four Seasons of Shusha», состоялась в Баку в Национальном музее искусства Азербайджана. Как сообщила заведующая отделом музейного дела и контроля за культурными ресурсами Национального музея искусства Азербайджана Наргиз Абдуллаева, зимой, весной, летом и осенью текущего года в рамках проекта будут организованы визиты зарубежных мастеров фотографии в город Шуша. В конкурсе примут участие 4 известных фотографа из Турции, Германии, Швейцарии и Финляндии. Проект, организованный Министерством культуры при поддержке фонда Гейдара Алиева, будет запущен в конце апреля – начале мая. Ожидается показ получившихся фоторабот на мировых выставках. Цель проекта – представление миру города Шуша. Это культурный проект, который призван рассказать миру о городе Шуша. В нем примут участие 4 фотографа из 4 стран, которые постараются заснять город Шуша в различные времена года. В мае в город Шуша поедет Хусейн Ташкин из Турции. Летом, в июле, жемчужину Карабаха посетит фотограф из Швейцарии, а затем в конце сентября фотограф из Германии. А в зимние месяцы в городе Шуша побывает фотограф из Финляндии.